Ну, здравствуйте. Сегодня хочу рассказать о том, что у нас предприниматели, а именно учредители и генеральные директора, скоро смогут устанавливать юридический адрес юридического лица по своему месту жительства. Это означает то, что, в принципе, юридический адрес перестает быть, ну, скажем так, местом нахождения компании в прямом смысле. То есть для чего это сделано? Для того, чтобы гарантированно уведомления судебные, налоговые от контрагентов получались, соответственно, юридическим лицом. Устанавливая юридический адрес в качестве своего места проживания, генеральный директор или учредитель автоматически принимает на себя обязательства, ну, в общем-то, получение этой почты. И любая корреспонденция, отправленная на такой адрес, ну, будет считаться по-прежнему, да, полученной юридическим лицом. С одной стороны, это удобно, а с другой стороны, вот потерянные юрлица, на мой взгляд, по-прежнему не будут получать почту, по-прежнему будут пропускать все возможные уведомления. И, в принципе, ну, наверное, бизнесу это позволит сэкономить на обслуживании абонентских ящиков, почтовых ящиков. Хотя если в обычную квартиру, скажем так, придет пара тысяч писем по какому-нибудь банкротному делу, я думаю, что Почта России не сильно-то обрадуется такому раскладу. Поэтому, ну, вот у меня лично отношение двоякое к этой истории. Посмотрим, чем это обернется. Я думаю, что за вот этими вот движениями по переносу почтового адреса, юридического адреса в квартиру, автоматически последует следующий шаг со стороны предпринимателей. Это перенос в жилые помещения, скажем так, фактического юридического лица, да, то есть, скорее всего, в жилых квартирах так или иначе будут появляться некие офисы. Не хочу сказать, что возможно производство, потому что это совсем критическая ситуация, но офисы могут. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И тогда все будет хорошо.